28 октября в Доме народного творчества прошел республиканский конкурс «Три аккорда» среди вокально-инструментальных ансамблей республики, в котором приняли участие 10 ансамблей из разных уголков Тувы. По положению конкурса музыкальные коллективы представили на сцене по композиции. В номинацию «Туву мою таежную я восхваляю» песню о Туве, где обязательно должен быть солирующий национальный инструмент. «Сюрлюк турлюк тва эрлер» – песню, возвышающую мужской дух. «Золотые хиты» – песню на выбор, где ансамбль должен был не только петь, но и танцевать. Призовой фонд конкурса при поддержке Министерства культуры республики был внушительным. Это музыкальные инструменты и денежные премии. По итогам конкурса 10 номинантов были награждены денежными премиями. Сильнейшими были признаны 4 вокально-инструментальных ансамбля. Лауреат третьей степени ВИА ИНГ Чахольский район – приз ритм-гитара. Лауреат второй степени ВИА Сульде Кахемский район – приз бас-гитара. Лауреат первой степени ВИА Курай Эрзинского района – приз синтезатор и сертификат на организацию гастролей по республике Тыва. Гран-при конкурса завоевал ВИА Сын-Танды-Эде Тандынского района. Приз – ударная установка и сертификат на использование концертного зала Дома народного творчества на безвозмездной основе.